Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Адисан. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, сейчас смотрите, что я все-таки подумал. Давайте-ка мы действительно сделаем так, как уже кто-то там говорил, ребята. А то, что сможем ли мы все найти глиняный биом, потому что я уже запарился его искать, это во-первых. А во-вторых, если вы хотите, то можете помочь его найти. То есть в описании я оставлю сид на этот мир. Только не забывайте, что версия нужна 1.7.10, не там 1.6.4, потому что там этих биомов не будет, да? Нужна версия 1.7.10. Точнее, скачайте. Не скачайте, а создайте новую карту с этим сидом, который вы сможете найти в описании, и попробуйте найти биом. Я действительно буду благодарен тот, кто напишет в комментариях. Например, если вы найдете биом, то я буду благодарен, если вы в комментариях напишите его координаты, да, то есть я буду действительно очень благодарен, если кто-то найдет глиняный биом на этом, как бы в этом мире, да, и скажет, где он находится, потому что я уже, ребята, запарился, действительно, я уже так запарился его искать, что это можно сдуреть. Так, ребята, что я думаю, так, во-первых, нам, смотри, какие сейчас небольшие планы, да, как у нас было задумано. Мы идем в океане, ловим всех покемонов, которые там есть, которые нам нужны. Это мы уже выполнили. Во-вторых, мы даже выполнили то, что мы уже нашли все фосилы. Вот. Тут, ну, конечно, их потом еще нужно будет поменять. Но сама суть то, что мы их уже нашли. И это как бы уже полностью задание, то, что больше нам даже фосилы искать не нужно. Сейчас нам нужно найти всех покемонов в снежном биоме. Потом в джунглях, потом как бы во всех лесах, короче, всех покемонов нам нужно найти. Потом, если кто-то найдет глиняный биом, то там тоже нужно будет всех найти покемонов. Но я так думаю, знаете что, ребята? То что. Мы сейчас, наверное, уже докачаем эту команду до того, что докачаем ее до 60 уровня. Знаете почему? Потому что я уже хочу докачать ор. 91, вот это выиграть нужно против 91 еще покемона. И потом, ребята, мы уже пойдем дальше прокачивать наших покемонов. Не прокачивать наших покемонов, а ловить других покемонов. Потому что этих-то мы уже словим, да? Точнее, я все, короче, наоборот говорю, просто я что-то о другом, ребята, думаю. Просто смотрю, словится, не словится, вот как раз отлично словился. Нужно сначала, ребята, прокачать этих покемонов. Мы их прокачаем, и если мы их прокачаем, то у нас как раз уже будет прокачанный орб. И больше нам уже не нужно будет прокачивать какой-то орб. Это, можно сказать, нормально, да? А как только мы их прокачаем, то, ребята... Кто там у нас с этим? Ага, Драгонейр. Как только мы их прокачаем, ребята, то... Твою ж... Как только мы их прокачаем, то, ребята, в принципе, можно уже будет пойти и дальше искать других покемонов. То есть продолжить поиски. Отлично, вылечили. Ух, нифига себе, еще и нормально так выпало. Это у нас там кто? Эко. Так, ладно, побежали туда. Давайте-ка мы еще тебя убьем. Отлично. И сейчас, ребята, мы дальше потопаем на остров, дальше прокачивать наших покемонов. Конечно, в этой серии мы их еще не прокачаем до максимума. А кто это тут был? Ну. Я один тут Эконса не вижу. Или... Да, нет. А, вот ты, зараза, спрятался. Ух ты, вот это нормально, это можно и продать будет достаточно так. Нормально. Так, ребята, ребятушечки, дайте-ка мне вспомнить. 840-65-1412. Отлично, я уже на память помню. Ну что, ребята, ребятушечки, дальше мы продолжаем прокачивать наших покемонов. Ой, не тем ударил, ну да ладно. И опять не тем ударил. Дальше мы
продолжаем прокачивать. Я надеюсь, в этой серии, ну, минимум, как мы прокачаем 10 уровней. Если мы прокачаем 10 уровней, то на 10 раркиньи нам, по сути дела, меньше использовать. Смотрите, мы уже 2 уровня прокачали. 2 уровня, это нормально. Так. Если в этой серии мы прокачаем Драгонейра до 50 уровня, то есть это вообще офигенно будет. Мы ему прокачаем еще 7 уровней, а 7 уровней, ребята, это, можно сказать, много вот этого. Ну, 7 раркенди получается, да? И плюс к тому, ребята, плюс к тому, что мы уже прокачаем орб и больше... А, черт. И больше нам не нужно будет качать орбы, то есть у нас уже будет, будут все орбы и больше нам... Нет, ну смотрите, сейчас. Ну да, ребята, то есть получается, я сейчас пошел на этот остров только потому, что не чтобы докачать команду. То есть докачать команду мы сможем и потом, я же сначала хотел идти словить всех покемонов, а потом продолжить прокачивать команду. Но все же я решил, что... То есть... Нужно докачать орб, да? Если бы у нас был прокачанный орб, то я бы сейчас не пошел сюда, на этот остров. То есть я бы сказал, ну ладно, если у нас уже есть прокачанный орб, зачем идти сюда и дальше прокачивать команду, если мы ее сможем прокачать потом. То есть сейчас нам лучше половить покемонов, а команду мы прокачаем потом. Но все же я решил, ребята, давайте мы уже докачаем вот этот орб, чтобы потом в одной серии вызвать 3 легендарные птицы, ребята. Если получится. А, ну ладно, убьем. Нет, давайте-ка лучше все-таки магнетона. Еще потом эволюционировать нужно будет, но я не представляю, как в этой версии, или он забаганный какой-то, или еще что-то. Ну, можно, ребята, в принципе, потом уже будет версию обновить чуть-чуть позже. То есть, мне один человек написал, не помню уже кто, извиняюсь, но написал то, что в следующей версии, может, добавят Селеби, или кого там. Да, вроде Селеби. Ну, вроде, я не помню, но вроде он так сказал, что Селеби. И тогда, ребята, уже... Больше смысла обновить будет версию тогда, когда уже добавят... Когда еще одну версию добавят. Потому что Селеби это, в принципе, нормально. И плюс к тому, не только же он там будет, а там еще уже добавили кучу покемонов. То есть там уже кучу новых покемонов добавили. Не 10, а даже 20 или там еще больше. Ух, нифига себе, заспавнилось вот так. Зверюга такая большая. Я бы за тобой поплыл, но... Но, не знаю, плавает и так красиво, то есть поплавает так на тут возле берега, да? Так. Ух, ну он реально очень такой прикольный. Лапросов тут куча, я сейчас вижу именно сейчас, когда они уже у нас есть, да? Вот трулетика нужно будет прокачать. Я не знаю, наверное, все-таки с помощью... Да ты ж, наверное, все-таки с помощью раркенди, потому что... Потому что не очень он такой сильный, чтобы его вот тут прокачивать. Но Драгонейру еще 10 уровней для... До Драгонайта, поэтому... Еще не очень так скоро. Ну, если в этой серии мы его прокачаем до 50 уровня, это будет вообще офигенно. Ну, смотрите. Он, допустим, сейчас должен быть... Нет, еще нет. Я думал, он уже сейчас будет 46 или какой-то. Да. Но еще нет, поэтому, ну, давайте Фералигатора. Так, во. Отлично, еще раз. Отлично. Так, что бы... Дайте вот это. Так, вылечим и потопаем дальше прокачивать Драгонейра. 46 уровень уже. Вот тебя давай попытаемся... Если... О, Гровайл эволюционирует, ребята. Ну давай. Прокачивайся. Отлично. То есть какой он уже там, я не видел. 36 или какой? Так. Да, 36. Ну, нормально. Ну чё, Драгонейр, давай, быстренько. Если мы тебе еще 9 уровней прокачаем, ты вообще супер будешь. Но я не думаю, что мы тебе успеем прокачать 9 уровней за...
за эту серию. Ну, если постараться. Точнее, если не постараться, а если найти покемонов, которые будут большие уровни, чтобы тебя прокачать. Ну, смотрите, он уже 46 с половиной. Если в этой серии он эволюционирует уже в Драгонайт, это будет вообще замечательно. Главное, не умирай, пожалуйста. Зараза, я тебя не успеваю ударить, ты сразу уже лечишься. Так, отлично. Еще раз. Почти, почти, ребята, 47-й. Почти. Но больших уровней, как вы видите, нету. Все большие уровни дерутся между собой, как всегда. Ну, тебя нет, тебя лучше вот так убивать. О! Так, вот и... Ну, это так... Вот, давайте... Давайте вот это, пофиг. Во, нормально. И вот. Не тем тебе ударил, но... Сейчас тем. Отлично. 47-й! 40... Вот эти... Всегда между собой дерутся там. А вот этим на сколько? Ну... Давай, 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 магнитон. Хорошо лечиться. Я же сказал магнитон, а не рулетик. Так, отлично. Пошли, ребята, дальше прокачивать. Да ты ж... Вот, отлично. 47-й. Быстренько. 47-й. С половиной, в принципе, что... Что нормально, можно и так сказать. За вот таких больших 49-х уровней тоже дофига опыта дает. Вот, 3000 опыта. Ну, в принципе, 3000 опыта это немало, да, можно и так сказать. Так, ну, такие нету смысла убивать, то есть. Они не очень большие уровни. А вот такие, такие можно. Как всегда. Так, ну что, ребята, что, ребята, что, ребята? Тут кто-то есть какой-то? Да чё ты такой не туда ты кидаешься? Давай вот сюда. Быстренько. Быстренько. Я... Да ты ж... Я не думаю, ребята, что мы его успеем, в принципе, прокачать до... 55-го? Офигеть. Во, нормально. Но до 50-го это 100% мы его должны прокачать. Во. Ну смотрите, если вот этого мы сейчас убьем, то Драгонейр уже будет 49-й. Вроде. Сейчас посмотрим. Да, 49-й. Хотя, ну я не знаю. Это такое дело, знаете, ребята. Вот если вот такие большие уровни, да, конечно, мы думаю, что сможем прокачаться. До 55-го. Ну, я и так не уверен, что до 55-го мы успеем прокачаться. Нужно будет сейчас посмотреть. Точнее, посмотреть, какие шансы у нас прокачаться до 55-го за эту серию. Сейчас. Так, тут больше никого нету большого уровня. О, тебя можно. Если сейчас даст... Нет, 50-й не дала. Ну, практически. Во, тебя тоже можно. Вот, 50-й? Или нет? Да чё ты не туда кидаешь? Вот этих бы четверых убить, больших уровней, было бы вообще замечательно. Отлично, одного убили. Еще одного убили. Ух ты, ну если этих мы сейчас перебьем, то уже нам нормально так опыта даст. И ещё вот этого, и... Только не умирай, пожалуйста. Отлично. Еще вот этого. И, ребята, мы уже 50-й с половиной. Ну, я думаю, да, успеем. Я думаю, что все-таки успеем. Просто смотрите, сейчас в куче очень большое количество вот таких больших уровней было, да? И поэтому мы быстренько так себе уровень подняли, сколько мы там подняли. А если сейчас их не заспавнится, то фиг его знает. Ну, мы уже вроде 51-е, да? Так, да, 51-й, офигеть.
Еще и ты. Так, ребята, меня выкинуло, но продолжаем мы сейчас дальше прокачивать наших покемонов, да? Так. Где там боссик? Нет, не ты. Дайте нам быстренько боссика. Может, с него что-то да и выпадет. А если выпадет, вообще будет офигенно. Он что, уплыл? Ты ж... ладно. Дальше прокачиваемся вот так. Три... Ну, четыре уровня. Допустим, четыре уровня, ребята. Четыре уровня. Да нет, все-таки, думаю, мы прокачаем уже 100%. То есть, это такое. Даже уже меньше, чем 4. Этого убьем, будет 3, мне так кажется, или нет. И еще раз, отлично. Так, потопали дальше, ребята. Не ты. Ну, тебя, в принципе, тоже можно, но... так. Нет, тебя лучше вот так. И еще раз. Ху-ху-ху-ху. Сейчас, ребята, уже эволюция Драгонейра будет. Еще парочку уровней. Еще парочку уровней. И будет у нас Драгонайт. Так. Вот. Не тем. Ну, ладно, давайте вот так. Отлично. Тут больше никого нету большого уровня какого-то. Почти 53-й. Почти. Ты какой уровень? Тебя тоже можно. А, тупо 10. Ну, 10 не 10, но тоже более-менее у вас так много покемонов есть, а то тут один. Так, кто там? О, Дроузи. Отлично. Еще сейчас тебя убьем. За тебя я не знаю. Ну, по сути дела, много опыта должно дать. Ты 92-й уровень, нифига себе. Офигеть. Это можно выкинуть, это тоже можно выкинуть, это тоже, это тоже, это тоже, это тоже. А, мы одно и то же поднимаем. Все, отлично. Ух, фералигатры, вот вы нам как раз и нужны. Вы нам, конечно, и нужны. Там Зруа есть, да, я слышал. Но она нам уже не нужна. У нас уже Зурарк есть прокачанный. Так. Фералигатор. Давай. Практически 54 уровень. Так, еще сейчас Персена убьем и уже 54. И еще раз. Еще тебя можно. Еще раз и... Отлично. Так. На тебя я не знаю, сможем ли мы его. Сможем. Отлично. Так. Ну что? Ну что? Пол уровня. Чуть-чуть больше, чем пол. Но сама суть, что почти уже, ребята. Эти, как всегда, между собой там дерутся. Отлично. Ну... Отлично. Да ты. Так. Ну что вы там еще не решили между собой, не? Ну давай. Прокачать уже тебя. Пол уровня, ребятушки. Не забываем, если хотите найти глиняный биом, сид в описании. То есть можете помочь, если имеете желание найти глиняный биом, потому что я уже. Я уже. Ребята, столько искал, что это сдуреть можно. Я вас не заставляю, то есть я не говорю, что это конкурс какой-то или еще что-то. Просто если имеете желание помочь найти тот же глиняный биом, это будет офигенно. Потому что действительно, я уже его столько искал, что это сдуреть можно. Так, отлично. Давай. Давай. И еще приблизительно пол уровня. Давай, Драгонейр, тебе нужно как можно быстрее уже прокачивать. Да и не только тебя, а всю команду. Так, сейчас тут никого нету на острове.
Вот персинов можно. Да ты ж иди сюда. Иди сюда. И ты. Вот, отлично. И ты. Так, ты тоже. За вас тоже более-менее так опыта дает. О, фералигатор там. Можно тебя тоже убить. А, у нас... Ща, ребята. Орб. Все! Полностью прокачанный орб. Все, ребята, у нас уже 3 орба прокачаны. Ху, офигеть. Сейчас алтари. Наконец-то! Драгонейр эволюционирует, ребята. Офигеть, 55 уровень. Давай, уже. Ну тебе еще 5 террор-кенди использовать и все. Вот рулету там еще 30. Ну, я даже не знаю, что тебе... Ну, да пофиг, мне тебя и так уже... Рулет 38, фералигатор 40, септил 39, магнетон 50, блазикен 43. Ну это уже такое, может мы потом раркенди докупим и прокачаем их всех. Ребята, давайте домой возвращаться. Более... Что-то я не то написал. Так. Отлично, давайте-ка мы вот это сейчас все выложим в компьютер. Что у нас? У нас 92 уровень, нифига себе. Что мы сюда можем поставить? Сюда брось... А, нет, можем вот это. Сюда мы можем вот это. И еще вот это. Это что у нас? Вот так и... Сюда мы можем это поставить? Нет. Вот так. Амфосил. Поставили. Отлично. Так, все. Драгонейр есть. И сейчас осталось, ребята, прокачать как бы команду и пойти дальше на охоту за другими покемонами. Так, что мы еще можем? Это сюда. 3 прокачанных орба, ребята. Это сюда 51 глоустон. О, точно. Вспомнил. Нам за глоустоном, ребята, нужно. Так, это кто у нас? Пласл. Давайте сюда. Он хотя бы не уплывет так быстро. Так. Ну что. Топаем сюда. И сейчас, если уже в этой... Под этим видео... Уже кто-то скажет, где находится глиняный биом, будет вообще офигенно. То есть, может, даже в следующей... Нет, в следующей серии нет, не пойдем еще. Пойдем тогда, когда прокачаем эту команду. Да, ну... Прокачаем эту команду, да? Также, ребята, можно сделать не только команду легендарных покемонов, да, как мы хотим делать, когда мы заспавним легендарных птиц. А также можно сделать команду фоссилов. Ой, что-то он нас убил. Так, ну тут еще нормально так, алмазиков. Вот так. Вот так. Так, ща. В принципе, ребята, давайте уже на этом закончим эту серию. Прокачали мы Драгонейра. Точнее, Драгон... Да, Драгонейра, но он уже стал Драгонайтом. На этом, ребята, давайте закончим эту серию. Не забываем, если хотите помочь, в описании есть сит. Если кто-то найдет глиняный биом, напишите в комментариях его координаты. Буду очень благодарен, потому что я уже действительно, ребята, смотрите, сколько я облетал и все, еще не нашел глиняный биом. На этом, ребята, давайте закончим. Не забываем, чем больше серий, тем быстрее выйдет... Я уже вообще что-то запутался. Чем больше лайков наберем, тем быстрее выйдет новая серия. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо. И всем удачи, и всем пока.